Пилот стартовал. В Иванове начался фестиваль пилотных серий новых телесериалов. Конкурсная программа в кинотеатре «Лоть» открылась сериалом «Документалист. Охотник за призраками». Фестиваль проходит уже второй год в нашем городе. Мы уже и в прошлом году с группой ходили с училищем. И это прекрасная возможность бесплатно посмотреть пилотные серии сериалов, которые скоро выйдут. И нам очень понравилось и в прошлом году, и мы решили еще повторно сходить с группой во второй раз. В программе фестиваля 25 пилотных серий. 18 из них российские, от крупнейших телеканалов, еще 5 сделаны энтузиастами. Кроме того, 2 сериала представят зарубежные режиссеры из Канады и Великобритании. Все эти сериалы попадут в эфир. Профессиональный жюри отметит создателей пилотов сериала специальными призами. Кроме того, назовет лучшего режиссера, сценариста, актрису и продюсера. Лучший пилот телесериала выберут зрители. У ивановской публики очень хороший вкус, потому что тот сериал, который победил в прошлом году, «90 весело и громко», он на самом деле предвосхитил важнейший тренд в нашем кино, потому что если вы посмотрите, кто победил на Кинотавре в этом году, где сидит профессиональный жюри во главе с Константином Хабенским, то вы узнаете, что это был фильм «Бык про 90-е». Так что вот этот запрос общества на ностальгию по этому смутному, но в то же время полному возможности времени, в полной мере сейчас представлен и в кино, и на телевидении, и ивановцы были первыми, кто это заметил. В этом году фестиваль «Пилот» проходит во второй раз. По традиции, вход на все конкурсные показы свободный. Билеты еще есть, их можно получить на информационной стойке в кинотеатре «Лоть» с 12 до 19 часов вечера. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.